этим больше камушков прибавилось. Navy, US Army, Marines, Marines. Слушайте, это вот Navy и Marines, это разные. Где-то флот, я вот не помню, я путаюсь все время, а где-то морская пехота. Какая прелесть вообще. Здесь просто вот так кто-то разрисовал, разукрасил. God's Promise. Genesis. Джейк говорит, это из Библии. Ой, гляньте, Хлюся какая. Пеппа. Это ж, наверное, Л.А. какие-то детки разрисовывают. Может быть, нездоровые детки. Это я не прикалываюсь, потому что я увидела там камушек один, сейчас покажу. Смотрите, какая прелесть. А вот какие цвета, супер. А вот солнышко прям чем-то на мою пальму похоже. Видно, кто-то уроки прошел мои, как рисовать солнце и пальму. Посмотрите, какая прелесть. Господи, кто это здесь такой? Огурчик, червячок или кто это? Вот, лягушечка, вот тоже это, гламурненько, гламурненько, девочка, наверное, рисовала. Опять чуть у нас начались, крыска, Элэй, китенок, а вот видите, аутизм. Вот, вот посмотрите, какое чудо, вот как, займите детей, сейчас вот, когда вынуждены каникулы, пусть наберите камушков. Камушков много везде, не только на тех, в тех городах, где морское побережье. А просто тут валяются камушки. Пусть детки разрисовывают, вот такую выставку сделать. Это же как чудно. Посмотрите, какая замечательная идея. И здесь. Знаете, я вам показывала. Бьета Бентли. Прикалываюсь. А вот все в серебре. Как я люблю. Боже, коровки, радуга, привидение, Микки Маус. Good morning. Ага. Девчонки гуляют. Я вообще раком стою, снимаю. Представляете, вот могли бы пройти мимо. Нет, поздоровались. Еще говорят, типа, ну, что они там спросили? It's cool, huh? Типа, это клево, да? Да, it's клево. It's клево. Ой, слушайте, это я как по-английски стала уже записывать. Думаю, надо видео снять, как я разговариваю иногда по-английски, когда не хватает в лексиконе слов. С Джеймс тем же. Это же просто ржака. Половина на русском, половина на английском. Или нет? Чуть-чуть на русском, а больше на английском. Вот, посмотрите. Хьюстон Хаус, это я вам показывала уже. Вот. Вы промляете себе спину или что это? Вот эти же упражнения было у дядьки Микки, ты не знаешь? Смотрите, какой вид классный на горы. Облака ниже гор, вершин гор. Гуляем, слушайте, куда не пойдешь, везде люди. Приходится вот так вот отходить в сторону. Потому что, видите, там мужчина шел, а вон там женщина прошла. А вот люди все гуляют. Кто с собаками, кто так, то они отходят от нас, то мы от них. От людей, я имею в виду. Осваиваем какой-то новый маршрут. Опять зашли в чьи-то дебри. Так, ну чё, аллейка. Новый маршрут в новом для нас районе. Микичке нравится. Микки! Микки! Лаванды, что ли? Боюсь подойти, пчел много. О, и не надо ездить на ферму. Пришел ночью, наломал, нарубил. У кого срубил? Эту алокву эту. Локват. Алокват. Локват. Локват? Угу. Забыла, как по-русски, девчонки. Фрукт этот.
У кого лавандой? У кого вот это вот? Тоже забыла, как называется. Все забыла. Вот рябина, пожалуйста. А здесь вот апартаменты. Тоже такой красивый комплекс. Мы в прошлый раз здесь гуляли. Так у них все чистенько, ухожено. Много детей. Я слышала, в квартирах сидит много детей. Подобные домики я вам показывала, но это в другом районе. Ну, похоже, тоже у всех разный стиль, дизайн. Вдалеке собачка, но гуляют с детками. У нас тоже от предыдущих жильцов так вот вьется по стене. Только другое какое-то растение. Ой, слушайте, уже Джей такой поворачивать назад хотел. Вот уже тебя не толкай, ё-моё. Меня саму надо толкать, тянуть. А мне приходится вот это, мужа своего. Надо же гулять. Чё сидеть-то, блин? В джим нельзя. Позакрывали всё. Ну, в спортзал. Хоть так вот прогуляешься. Это же так полезно. Для сердца, для иммунитета, да для всего. Уже бы хотел домой назад. А фигушки, гуляй. Гуляй, Вася. Ой, ну какие же дома, и все разные, посмотрите. Как мне нравится, вот что все дома разные. Hello. Ой, это что за красота у людей, смотрите. Ближе не приблизить. Что-то такое нежно-сиреневое. Ой, очень клёвый райончик вообще. С балконами. А вот прям смотрите, там на угол. Дверь. Класс. Говорю Джею, раз мы бросаем в своем мешке, значит, мы должны взять бесплатно пакет? Нет, нам не надо. У нас много роликов с пакетиками. Здорово. Никочка, тебе тоже здесь нравится? Вот асфальт треснутый. Помню, когда я еще была в Одноклассниках, только приехала в Америку. И первое, что мы сделали, мы, естественно, поехали в Голливуд. На Голливудский бульвар. Я там со звездами сфоткалась, каким-то нашла Шаляпина. Случайно, не специально. Потом поехали так вот ближе к надписи «Голливуд». Я помню, такая стою, руку так, значит, ну как вот на фоне надписи «Голливуд» руку так протянула. И первый комментарий, который был, значит, какой ужас! В Америке треснутый асфальт. Кусь. Смотрите, какая прелесть. Какой цвет. Второй комментарий был от моей подруги, которая мне написала. Она меня Нычка значит, называет. Она такая, Нычка, ты чё? Где кэблы? Приехала. Приходилось же много ходить. Ну, куда уж на кэблах, ё-моё. Причём в Америке практически, вот, если ты не в офисе где-то работаешь и нет дресс-кода, что нужно там туфельки, например, да? Практически все на низком ходу, когда путешествуют. Путешествовать приходилось много пока. Лос-Анджелес весь изучили. Я знаю, что многие живущие в Лос-Анджелесе, те же русские, не знают некоторых мест, которых я знала. Даже не русские, даже американцы. Например, я делала видео о полицейском участке в Лос-Анджелесе, старинном, о музее
Макс Фактор. Многие даже не посещали, прикиньте. Что там еще? А, вот кинотеатр под открытым небом. Мне на работе даже и не знали мои девчонки, что есть такой. В тапочках в этих мне было очень комфортно. Знакомиться с Калифорнией, с Америкой, с Лос-Анджелесом. Ну, тапочки-то ладно, но меня вот это поразило. То, что никто не удивился, что за мной надпись «Голливуд». Это же так круто, е-мое. Рассматривали асфальт. Видите, кто что хочет увидеть, тот увидит. Если хочешь изъяны увидеть, то только на это и будешь обращать внимание. Я даже уже, когда эту фотку сделала, как бы я смотрела на себя красивую и на надписи сзади. Но никак не на асфальт. Это такие мелочи. Уже показывала такой цветочек. Кого-то котик гуляет. Видите, люди гуляют. Все гуляют. Смотрите, какой у нас стенд с обращением к соседям. Neighbors, let's continue to support each other. Соседи, давайте продолжать поддерживать друг друга. Wash your hands. Ну, это понятно, мойте свои руки. Social distancing, 6 feet. Дистанция 6 feet между персонами. Spread love and kindness. Как бы раздавайте любовь и, ну, like, be nice. Ну, будьте хорошими, прекрасными, как сказать. Переводите сами. Thank you first responders, medical staff and all essential workers. Вот это first responders, это спасибо, это относится пожарные, скорая помощь, вот потом, значит, спасибо медицинскому персоналу и кто работает для нас, ну там магазины, например, какие-то офисы, как-то так, как здорово, да? Вот видите, у нас тоже вот так по стене растет. Девочки, вот писали мне спирт купить, у нас есть 91%. Спасибо вам большое за советы и подсказки. Забыла вам с утра показать. Мозги плохо работали. Делаем на это скидку. Самое главное, я вам забыла показать и рассказать. Во-первых, спасибо девчонкам, кто подсказал мне положить этот пахучий сыр. Не будем говорить вонючий, пахучий пусть будет, да? В контейнер. Вот, мало того, что он в пакете, я его еще в контейнер положила. Девочки, спасибо большое, что подсказали. Топо вообще ужас. Да. Ну, не мое. Люблю некоторые запахом, люблю, почему нет. Но почему вот именно этот я не могу, что-то мне прям вообще. Но сейчас не об этом. Смотрите, значит, некоторые рестораны предлагают, так как некоторые рестораны работают, они предлагают меню. Вы можете заказать меню и потом съездить забрать что-нибудь из приготовленного в ресторане. И вчера этот же ресторан, вот, которым мы воспользовались до этого, как-то мы пользовались, это не китайский, другой, предложил вот список продуктов и туалетной бумаги, которые можно тоже заказать по интернету, оплатить и приехать у них забрать. Видите, мы яйца заказали, поэтому они вот в такой упаковке. Обычно-то в Америке в коробочках яйца, видите? А здесь вот в сотах в этих. Вот. Что еще? Бекон. Это я уже в морозилку бросила, поэтому бекон. Что еще я выбрала? Ground beef. Я его оставила в холодильнике, потому что хочу приготовить кое-что из него. Грудка куриная. И что это? Ground beef, chicken breast. Так, я не поняла. А это что такое? А, это Джейчик заказал индюшку на бутерброды.
нарезку индюшачью. Вот. И туалетная бумага. 4 упаковки. Вот все это он заказал. Вчера поехал. Вот в пакете привез. Чеки прошпандорены. Но это чтобы меньше шариться по магазину. Хотя мы все равно поехали. Мне надо было молоко вот в Whole Foods купить. Свои ягоды. Вот видите, вот так вот у нас. Ну, это, я думаю, не только из-за того, что сейчас вирус. И Микочка, ты чего? Сам себя боится. И карантин. Я думаю, можно воспользоваться этим меню доставкой. И в мирное время, так скажем. Ну, теперь, наверное, все показала. Спасибо вам за просмотр. С вами была Нинель. Жена по интернету, жена без договора брачного. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Я желаю счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Счастья вам всем и здоровья, мои дорогие!